Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Серж Ер, и это мой канал Серж Ер онлайн. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего видео – повышение цен на транспорте. Да, с 15 числа повышаются цены на метро, на наземный городской транспорт в городе Москве. Ну и последовала новость вслед за этим, что с 15 октября повышается цена на пригородные электропоезда. Что я вам хочу сказать об этом, друзья мои? Что, не знаю, куда мы катимся, но это просто кошмар. Значит, Африке прощают миллионы, миллиарды, а с нас должны вытрясать деньги. Сразу скажу, дорогие мои, от меня ЦППК не получит ни одного рубля. Я как ездил бесплатно, так и буду ездить бесплатно. Видел про эту новость, писали блогеры всякие, так сказать, школьного возраста в группе «Петушатник», да, и столько там комментариев под этим постом, просто кошмар. Кто-то радуется этому, кто-то не радуется, я не знаю, что сказать, я не знаю. У народа, конечно, у нашего мышления очень плоское, очень плоское. Им поднимают цену, сервис становится все хуже, а люди рады платить, рады соглашаться на любые условия, которые предложат, лишь бы только быть спокойными, как говорится, не могут противостоять системе. Вот лично я хоть немножко, хоть на самом, так сказать, таком самом начальном уровне, все равно как-то стараюсь противостоять системе, да. Не платить этой компании, которая обогащается за наш счет. Посмотрите, сколько компания ЦППК содержит всяких этих бездельников, этих охранников на турникете, батланы, еще что-то. А за составами, кстати, стали следить намного хуже, да. Да. Взять тоже киевское направление. Теперь там ездит этот ужасный хлам с ужасного горьковского направления. И люди вместо того, чтобы писать жалобы, более активно жаловаться, чтобы этот мусор убрали куда-то туда, в те города, откуда он приехал, нет, многие соглашаются, и фраза такая: радуйтесь, что это ездит, радуйтесь, что так. Да, проблема нашей страны в том, это не я говорю, это многие говорят, проблема нашей страны, России, в том, что люди не хотят лучшего, люди довольствуются тем, что есть. Вот скажут им заплатить за зону 100 рублей, они заплатят, и они будут радоваться этому, да, да. Вместо того, чтобы что-то делать, чтобы этого не было, нет, люди соглашаются, покорно терпят, молчат, молча платят. Ой, извиняюсь, заболтался я там. Вот такие дела, да. Про себя я уже сказал, что я платить не буду, мне плевать. Мне тут будут писать сейчас негативные комментарии всякие, защитники, я уже бабы всякие писали. Я даже вот не читаю, прям нажимаю бан и все. И мне плевать абсолютно, абсолютно плевать. Вот так вот, да. Так что вот так, друзья мои, да. Хочется мне на белорусском направлении, на каждый вагон, кстати, попасть, что-то никак не попадаю на контроль, немножко повеселиться с ними, поднять себе настроение, да. Вчера, кстати, ехал по Д4 по центральному участку от белорусского вокзала до Ламинеска. Это кошмар, скоростей нет никаких, народу вообще никого нет, пустота, ужас просто, ужас. Я не знаю, зачем гоняют пустые составы. Значит, получается, что Калужская область даже там заказывает 6 вагонов состава, Смоленская область от Бородино до Вязьмы, от Можайска до Вязьмы вообще по 4 вагона, а тут просто так гоняют до Апрелевки вечером пустые составы 9 вагонов, 11 вагонами, только в угоду этому колхозному, вонючему, ужасному горьковскому направлению, ужасному, плохому, худшему, да. Все-таки я еще раз повторюсь, что я не хочу все-таки иметь ничего общего, ни с кем общаться с того направления, да, не хочу. Все-таки это не мой уровень общаться с этими людьми, поэтому, да, не хочу. Да. Потому что реально как-то это все это печально, все это грустно, да. Пишут гадости, да, что составы у вас там апрелевки, те грязные, мойте их как хотите, еще что-то, не знаю, да. Ладно. Ладно, мне пофиг, я еду бесплатно, я и на грязном дойду, а кто-то платит такие бешеные деньги, чтобы сидеть эти обкусанные раны, хотя вот тут ехали с дачи, была, ой, я же забыл номер какая. Ну, в общем, вся в граффити, окна все там шурупами замазаны, подмазаны, это просто кошмар. Вот какие люди на Горьковке, в основном
основная часть, вот такие там электрички, вот такие вагоны там и все вот такое. Ну, ссылт уже, ой, я не знаю, это кошмар просто. Да, вот так вот. Да. Поэтому пусть повышают, пусть делают, что хотят. Мне на это абсолютно плевать. Да, все, вот такое видео скоротенькое. Подписывайтесь на мой канал, друзья, ставьте лайки, и мы увидимся с вами в новых, следующих видео. Bye!